В рамках фестиваля ведущие флористы и мастера ленд-арт из России, Белоруссии, Молдовы и Японии под руководством известного преподавателя из Швейцарии Питера Хесса сооружают грандиозные композиции из природных материалов на территории одного из отелей города. Современное направление ленд-арт – это экология. Мастера используют исключительно те материалы, которые отторгла сама природа. Пни, сухие ветви, коряги получают вторую жизнь. Они очень органично вписываются в живую природу и могут еще долго в ней существовать. Питер Хесс занимается ленд-артом там более 20 лет. Сегодня он впервые в Сочи. Для меня большое удовольствие работать в таком парке, в таком городе. Он очень зеленый. Я думаю, мы попали в Сочи в самое эффектное время года, когда все цветет. Это прекрасно. Я думаю, что у направления ленд-арт в Сочи прекрасное будущее. Для меня ленд-арт – это новое направление, и я рад, что могу попробовать что-то новое. Я рад быть в Сочи. Меня здесь впечатлило все – и люди, и погода, и, конечно же, природа. С работами мастеров абсолютно бесплатно можно познакомиться до 1 мая включительно.